Во-первых, судьи кто? Не вопрос. Пошла толкотня, побились, подрались, все, и там как бы игра закончится. Образно говоря, ты когда садишься в калину, понимаешь, ты вроде бы едешь, но ты боишься там прибавить, потому что мало ли что случится. Ну, опять он спит. Поподробнее пока рассказывать не буду, я же не друг Сафронова. Манчестер Юнайтед нанял специально, ну, отдельно там какой-то партии 50 стал. Позиция вратаря – это катастрофа, это провал. Все тебе говорят, давай уже. Да. Вот сейчас вот выходи туда, я лучше моменты твои просто засниму и их покажу какому-нибудь там человеку. Он скажет, ну так, ничего, парень. Я сказал уже все, что я хотел сказать. Дальше. Я в шоке. Ну вот так и его дела. Опять шпаргалку полезла. Они в этом сезоне просто закурили. Вот сели на санки и катаются на них. Что не нравилось очень сильно Радулу, когда он играл за ЦСКА. А он уехал к совещанию. Какое совещание? С кем он уезжает совещаться все время? Опять спит. Ну, ты, я тебе сообщение напишу потом. Что Иван какой-то умный, что ли, какой-то очень попался, да, Трегубов?